Итак, всем привет, и мы сегодня едем по солнечному такому классному Сочи. И давайте начнем, наверное, с новой рубрики. Наверное, я все-таки хочу для некоторых из вас сделать приятно, в том числе, кто находится у меня в друзьях, подписчиках, поэтому можете подписываться, добавляться. Итак, я хочу поставить Ларису Головачеву, да-да, наверное, так вот, потому что написано не по-русски, да, по латинице. Лариса Головачева, да, с днем рождения вас, честное слово. Кристина Тихова, да, тоже с днем рождения, хочу вас поздравить. И Екатерина Пояркова, тоже с днем рождения. Это те друзья, которые у меня есть в Фейсбуке. Теперь я сейчас посмотрю секундочку, что у нас есть ВКонтакте. И есть ли у кого-нибудь день рождения. Поэтому с утра я теперь буду открывать, так скажем, с утра я буду открывать. Что, у меня Wi-Fi умер. Итак, Андрей Макаров, тебя тоже с днем рождения. Все. И Андрей Изящный, его я знаю, это Сорская, тоже тебя с днем рождения. В общем, всех вот именинников, давайте еще посмотрим на всякий случай в Одноклассниках, а то мало ли что, чтобы никого не упустил, а то я захочу сделать хорошее благое дело, а получится, как всегда, еще хуже. Поэтому давайте все-таки я посмотрю на всякий случай. Значит так, все, вот этих людей всех я поздравляю с днем рождения, желаю, чтобы у вас все было хорошо, чтобы у вас все было замечательно в вашей жизни, и хочу, чтобы у вас как бы зебра-то была, но белых полосок было гораздо больше. Вот, вот такое скромное поздравление. В общем, с днем рождения вас всех, именинники. Ну и давайте теперь перейдем потихонечку ко всем остальным нашим моментам. Итак, да, что у нас, на какую тему поговорим? Смотрите, многие из вас мне делают не совсем такие разумные запросы. Этим у нас отличается, у нас, как ни странно, город Москва, да. У меня вот есть тоже вот, есть один потенциальный клиент такой, скажем, и он мне какую-то всякую ерунду писал, и вот я сразу говорю, знаете, вот у меня есть золотое правило. Тупой вопрос, тупой ответ. Когда мне там пишут, чтобы здравствуйте, там вы не могли бы там мне там что-то там подобрать, да, я всегда задаю вопросы элементарно, да, что и как. Ну и вот он там, бюджет 1,8, добрый день, беспокоен покупку квартиры, бюджет 1,8. Цель квартиры 20-35 квадратных метров с адекватной планировкой, не в горах. 800 километров, не дальше, чем 800 километров от центра. Но полуинвестиционное, планируется сдавать в аренду один или два раза в год приезжать отдыхать, в таком духе, да. Как всегда, это Москва, у них лимит 1,8. Ну, это нормально, да. Москвичи, они больше всех зарабатывают, поэтому у них вот такой вот лимит. Ну, к чему я говорю? Я, в принципе, взял и подобрал квартиру, да. Нашел квартиру, позвонил со своими коллегами с Ростова. В принципе, Ростов — это до 800 километров у нас от центра Сочи. И все. Я, конечно, ему прислал, говорю, есть квартира хорошая, все вашим критериям соответствует, там, ну, за это, и все. Но он обиделся. Ну, не знаю, ну сами посудите. Я просто считаю, когда вы мне вот такие вот запросы кидаете, да, вот этот, не дальше, чем 800 километров. Вы, наверное, мне не верите. Ну, я считаю, что это просто решили либо постебать, либо поржать. Ну, не знаю, поржали вместе. Ничего с этого плохого нету. К чему я вам говорю? Ну, да, я когда задаю вопрос, там, есть ли дети, есть ли там, ну, это не с целью, что я хочу на вас жениться, еще что-нибудь. Это такая цель для того, чтобы я вам подобрал то лучшее, что могу вам вот выбрать из города Сочи, да, как бы, если есть детки, значит, мы смотрим в другой район, если там возраст там вас там за 50, значит, смотрим, чтобы там гор не было, да, если, например, смотрим, что там у вас детишки, там спортсмены, все, то, значит, мы берем в Олимпийский парк с вами уходим, чтобы они могли полноценно развиваться, да, если там
не знаю, если вдруг там, например, есть какие-то там со здоровьем проблемы, то, конечно, будем смотреть ближе, чтобы там были поликлиники, больницы, чтобы можно было сходить пешком, а не чтобы там ехать с 20 пересадками, понимаете? Поэтому столько вопросов я вам и задаю. Потому что, например, еще раз повторюсь, вот я сейчас где живу, у меня вот как бы хорошая квартира, которая подходит мне все. Ну, например, моим родителям эта квартира не подходит, 100%. Родителям квартира нужна где-нибудь там возле парка Ривьера, там где-нибудь там ЖК Ривьера, там. Либо вот сейчас строится сейчас новый объект, сегодня буду вам презентовать, ЖК Ривьера парк, да, Тасмана. Вот это для родителей подойдет, чтобы они могли пешком походить, погулять, там, эмоциями, это все. Для меня это там вариант не подойдет, потому что у меня нет на это времени, понимаете, все. Например, родителям подойдет, там, чтобы был хороший, потрясающий вид из окон. А мне из окон вид даром не нужен, потому что я ухожу из дома в 7 утра, когда еще ничего не видно. Прихожу домой в 11 часов вечера, когда тоже ничего не видно. Вообще по барабану, что там у меня в окне. Там пускай хоть кто там будет, пускай хоть там соседний дом будет, хоть что, понимаете? Поэтому мы все вот в этом отношении разные. И, конечно же, я поэтому задаю вопросы, чтобы сделать, чтобы ваша покупка прошла такая лучшая. Кстати, по поводу Соболевка, да, я, например, до последнего всегда там хаял, сопротивлялся, а это я несколько раз проехал, блин, да нормальный вариант. Реально, Соболевки до центра Сочи, там, особенно если я там снимать, там, не дай бог, да, вот этот, улица Пятигорская, да, или улица Красноармейская, да, вот этот, блин, ну, 5 минут, и вы в центре, и там пешком можно пройти до центра, и вы сразу выходите не куда-нибудь, а прямо именно в центр. Поэтому я могу сказать, что у меня мнение немножко поменялось. И, в принципе, судя по тому, какие сейчас там участки стали дорогие, ну, это, как бы вам сказать, ну, район растет. И я, не, ну, как бы, скорее всего, уверен, что район через годика-два будет одним из таких дорогих. Вот вспомните Мамайку. Мамайка, он был всю жизнь самый дешевый, самый нищебродский район. А сейчас, как бы, народ его распробовал, да, близко море там, да, еще что-нибудь. Понастроили там вот эти высотные дома. И там цена там на Мамайке сейчас 100 тысяч за квадрат, 100, 110, 120 тысяч за квадрат. Это цена, как в центре, понимаете? Ну, он теперь стал менее привлекательным для всех, понимаете? Я могу сказать, что Соболевку ожидает то же самое, потому что народ пробует, смотрит, там, я смотрю, строятся хорошие дома, хорошие таунхаусы, хорошие продаются там у нас именно квартиры. И если посмотреть, например, статистику, да, где у нас живут наши риэлторы, процентов 65 живут именно на Соболевке. Они выбирают Соболевку, потому что близко до центра, там близко уехать куда-то, понимаете, пешком можно пройтись. Поэтому и бюджетно, да. Да-да-да, как правильно говоришь, мальчишка, как Державин, да, веселый такой, дешевый. Здесь то же самое, Соболевка, веселый район, дешевый, да. Я вижу там дороги, да, там, например, была улица Красная, там дорога была не очень. Сейчас дорогу сделали классную. Потом, где у нас там был на кладбище дорога, ну, вдоль кладбища я называю, как бы, там тоже сейчас сделали смотровую площадку. Вчера вечером приехал, но ничего не смог там заснять, потому что что-то у меня камера, то ли чувствительность слабенькая, ну, не получилось передать. Я на компьютере посмотрел, не стал выгружать. Ну, там, ну, когда живыми глазами смотришь, просто потрясающе, просто супер, понимаете? Поэтому, смотрите, варианты есть тоже. Опять же, повторюсь, там, дом, озеро, да, ну, я могу сказать, что осталась одна квартира за 35 тысяч, потому что за ночь меня додолбили всю ночь, так скажем, звонками, и сделали брони, все, сегодня нужно будет сделать, по 35 тысяч. Там кто-то говорит, там деньги кончились. Да, Артур, у него деньги не закончились. Он построил дом озера один, даже не выставлял на продажу. В принципе, по барабану. Деньги есть, строить на свои, не на кредиты, ни на какие. Просто еще раз повторюсь, подвернулся участок. Я вам скоро этот объект презентую, да? Обалденный объект будет на первой береговой линии, то, что хотели. Только этот дом будет, который построен, а не просто так, как все остальные у нас, понимаете? И, конечно, там будет выгодно входить туда. И я в том числе этого зайду. И, конечно же, еще раз повторюсь, такие акции есть, я не знаю. Вот смотрите, ЖК Владимировский, да, была акция 2 дня по 25 тысяч рублей. Но я вот заезжал вчера, там они строятся, все, сниму на видео, там нормально все поднимается. Кто успел по 25 тысяч взять, тот молодец. Кто недолго анализировал, тот не молодец. Здесь могу то же самое, по 35 тысяч. Вы посмотрите, дома уже построены, там сейчас уже скоро будет сдача. Ну, это еще раз говорю, если взять рядышком соседей, это по 75 тысяч рублей за квадратный метр, поэтому я считаю, что это подарок. Вы мне можете сейчас все что угодно говорить, еще что-нибудь, но я говорю как есть. Я тоже сейчас смотрю этот вариант, чтобы себе купить. Тем более завтра у меня появляются денежки.
Ну и давайте дальше с вами, да, еще на какую тему сразу, именно по запросам. Поэтому смотрите, как бы, еще раз говорю, у меня, я из вас каждому, и вот прям можете в комментариях написать, я вам стараюсь прям вовремя брать всегда и отвечать. У меня нет там ни одного сообщения, чтобы я взял и кому-то не ответил. Я отвечаю вам всегда. Но, еще раз повторюсь, есть, ну, например, такие глупые вопросы, да, которые вот эти 800 километров от центра. Ну, я не могу на это тратить свое время, вы понимаете? Я тогда вот тем, кому действительно нужна моя помощь, я тогда не смогу ему уделить время, понимаете? А здесь получается вот именно вот такая штуковина. Поэтому, знаете что, я с большим удовольствием готов все, каждому помогаю, все. Вот, потому что я сейчас даже беру, сейчас секундочку, прям открою у себя WhatsApp. Кстати, вот, смотрите, у меня вот есть, да, у меня на все отвечено. Я везде прочитал, везде ответил. У меня нету сообщений, которых я бы не прочитал бы. И в WhatsApp, и в Viber, и вот сейчас возьму, открою. Вот. И в Viber то же самое. У меня везде, я везде, везде открываю, читаю. Единственное, что я на Skype не всегда могу выйти, на Skype. На Skype, по Skype тяжело, поэтому я на Skype, конечно, указываю, но лучше бы вы мне со мной общались через WhatsApp, либо через Viber. В скайпе немножко мне тяжелее вовремя реагировать. И опять же, кто-то задает мне вопросы ВКонтакте, в Одноклассниках, всем всегда отвечаю, всем всегда оперативно. Ну, еще раз повторюсь, если такие какие-то непонятные эти запросы, постебаться, да, 1 800 800 километров от центра, ни город, ни это, сдавайте, вот этот, вот это все, непонятно куда. Задаю вам вопросы, там дополнительно, какие там еще, тишина, ну, как я тогда могу, ну, вот я нашел в Ростове хорошие две квартиры. Обалденные квартиры две. Нужно срочно продать. Все. Ростов находится 650 километров. Поэтому, в принципе, по всем параметрам, по всем запросам я сделал, ну, правильно для человека. Лучше не придумать. Там ровненько, там нет гор. Даже с ремонтом. Вот такая штуковина. В общем, смотрите, да. Теперь что у нас еще интересного? Я вот просто не понимаю реакцию вашу, да, когда вот я взял тоже по поводу акции. Я не пойму. Многие из вас просят, Максим, говорит, если какая-то акция, какая-то халява появляется, ты нам говори, чтобы мы знали. Говорю, все, и пошло понятно, какие-то минусы, какие-то еще что-нибудь. Ну, блин, отлично, что я могу сказать. Самое интересное, что благодаря моим роликам мои коллеги даже узнали об этих вариантах, потому что они мне вчера ночью тоже звонили. Да, Денис, тебе огромный привет, что ты меня всю ночь долбил. Да-да, Денис, тебе говорю. Есть там у нас. Ну, поэтому я считаю, что это, наоборот, хорошо, когда застройщик напрямую всегда мне позвонит и скажет том или иной, как бы, акции, чтобы вы не пропустили. Еще раз повторюсь, ЖК Летнее многие взяли и просто не успели, это первое. Здесь то же самое, как бы, халявы, ну, халява бывает, но у нее есть какие-то основания. Например, я свою квартиру продавал, я за нее сделал скидку. Почему я сделал скидку? Потому что мне подвернулся вариант эти деньги вложить в другое место и по хорошей цене, понимаете? За счет этого, получается, я смог на свою квартиру сделать скидку, да, и смог ее продать. Да, все верно, смог ее продать. Завтра переоформление. Понимаете, если у меня другого варианта не было, кого-нибудь хорошего, все классно, я бы не стал бы. То же самое могу сказать по машине. Мне сейчас мой друг предложил машину хорошую, классную, да, Ешку, там, Mercedes E-класса, только полноприводный. Конечно, сейчас эту машину готов спокойно отдать за, ну, за сколько? Ну, наверное, за 850 тысяч я свою это отдам. Потому что он мне предложил Ешку по хорошей цене. Все. Если бы мне хорошей на горизонте не было хорошей машины, я бы свою бы, ну, не продавал бы, понимаете? Вот такая штуковина. Поэтому еще раз хочу теперь подвести итоги. Всем хорошего, классного настроения, как у меня. Я хочу, чтобы все у вас получилось хорошо. По поводу квартир думайте, решайте. Еще раз повторюсь, халявы у нас не бывает. Халявы бывает очень мало, очень. И здесь обосновано тем, что просто нужно выкупить участок, да? И все. И поэтому есть возможность купить вот по таким интересным ценам. В общем, здесь уже на ваше усмотрение. Здесь вы уже думаете сами.
Ну и опять же, еще раз хочу в конце поздравить всех именинников, вас всех с днем рождения. В общем, вам огромный всем привет. И что, увидимся сегодня на объектах. У меня, правда, сегодня 3 сделки. Ну, увидимся на объектах. Все, пока.